Все, сколько у тебя камушков уже выложено? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Не хватило одного камушка? Или ты один лишний где-то спрятал, Степ? Где-то да. Ты там ошибся, да. А, вот выкладывать по одному. Ну, где-то там в одном месте сбился. Да? Это у тебя камушки такие, да, красивые? Да. У Степа красивые какие. Ух ты, какие камушки! Баба. Да, здорово. Вот мы считаем, мы так и сяк, наперекосяк. Все, сбилось. Весь наш счет сбился. Заново будешь складывать, Степ, да? Один, два, три, четыре. Тринадцать, да, Степ? Шестнадцать. 18 камушков. Какая-то неровная фигура получилась. Обычно Степ все ровненько выкладывает. Все, потому что у тебя рамочка получилась, да? Из камушков. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Сегодня 17 февраля. Мы со Степой добаливаем, докашливаем. Я очень люблю такие камушки, давно их коллекционирую. Я обратила внимание, что Степ тоже охотно с ними играет, поэтому стала вот ему вынимать их, показывать. И вот он их-то все лады считает. Ну, это только у нас белые и голубые, а у нас еще другие есть коробочки. Комета получилась. Хвост кометы. Один, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять.
Thank you.